Значит, море, белоснежная яхта. Хозяин яхты весь в белом стоит и ловит рыбу на золотую удочку. Кругом суетится обслуга, девочки загорают на носу топлес. Ну и, в общем, шампанское, устрицы. А он стоит, ловит рыбу, и нихуя у него не клюет. Смотрит, рядом проплывает лодчонка. Такая дырявая, там, с водой отчерпывают, блядь. Мужик такой весь дран, пьяный, блядь, но счастливый, песни поет, и полная лодка у него здоровенной рыбы. Хозяин посмотрел на все это и говорит: ну вот, блядь, как всегда, вот одним все, а другим ничего.